В 7-й серии сериала «Желтый глаз тигра» конь вновь хозяйничает в городе. Он ищет того, кто убил деда Коробейникова и завладел его картой немецких штолен. Васильку удается провернуть интригу с поддельной картой и подставить директора завода Филипенко. Конь расправляется с Филипенко. Маша с Мишей живут в достатке. Растят дочь. Проходит 10 лет. Сергей с семьей возвращается из-за границы в Москву. Его жена Таня неизлечимо больна. Посмотреть 7-ю серию вы сможете 27 ноября.